Очень круто вышла Юринская. То есть, и я думаю, это был поэтому перелом, потому что мы не могли на подаче сняться, ну, мячи 10, наверное, я не знаю, это было. И потом получается то, что перебороли уже в четвертой партии, уже... Ну, это личный самоконтроль и личная концентрация, которая... Ну, где-то провалилась, получается, раз проиграли партию. В общем и целом, потенциал команды у нас есть. Единственное, мы его начали раскрывать после 0-2. Вот это ни в коем случае недопустимо в будущем с командами и теми, которые претендуют на медали. И мелочей, конечно же, не бывает. Поддержка чувствовалась в каждом розыгрыше. И я надеюсь, что и в будущем тандем этот, команда и болельщики, только будут радовать друг друга.